Доброго здоровья, друзья! С вами Лохматая Душа и наша очередная малышка, новая лохматая душа. Линка попала в приют с тремя своими детками. Причем детки уже почти догнали маму в росте. Что такое старость, ребята? Это страшно не только для человека. Особенно это страшно для бездомного зверя. Когда начинает все болеть, когда не знаешь, где достать кусочек хлеба, который тащишь не для себя, а несешь в зубах своим детям. Алинке нам написала женщина и попросила ей помочь. Мы забрали Линку и трех ее деток. Было видно, что девочка уже в возрасте. Но веселая, ласковая. Все время заглядывала в глаза. Ходила немножечко, припадая на лапку. Но это бывает от холода. В результате Линку повезли на осмотр. Сначала ничего не увидели. Предложили сделать КТ. Вернулась Линка домой. А еще через сутки она просто упала на лапы. Мы дождались время и поехали. Оказалось, что у Линки грыжа. И ребенка в приют просто ангел привел. Маленькая, старенькая. Очень-очень добрая. Ребят, наверное, видео все-таки не передает взгляд собаки. Душу трогает тогда, когда ты смотришь, вот сидя рядом с ней. Этот блеск, словно там внутри что-то переливается. Линку прооперировали. Выхода не было, ребята. Мы рисковали. Но ребенка прооперировали. Прооперировали в долг. Я понимаю, что сначала оперировать собаку, а потом просить помощи, это половина людей отвернется 100%. Но я никогда не жду. Вы это знаете. Мы сначала делаем, показываем вам результат и просим помочь погасить наши долги. Иногда время не позволяет ждать. Иногда помощь требуется сейчас, сразу, для того, чтобы спасти жизнь, для того, чтобы облегчить страдания. Я надеюсь, вы меня поймете и отзоветесь, друзья. Сегодня помощь нужна Линке. И хотя мы ее прооперировали, груз долго висит тяжелым камнем и на сердце, и на приюте. И я прошу вас отозваться. Помогите, мои хорошие. И мы с вами спасем еще одну жизнь. Уже почти спасли. Сейчас Линке предстоит реабилитация. Лина проснулась уже. Лина. Прошло всего 3 дня после операции, и она встала на лапки. Она стоит и даже пытается ходить. Я благодарю доктора Баркова за проведенную операцию. И я искренне благодарю вас всех, друзья, за дружбу, за то, что вы с нами. Добра вам, мои хорошие, от всего сердца. Буду искренне благодарна всем вам за помощь.